Рука холодная у тебя. Стакан за напасом на пас. Все лето напролет самогон и гаджу пас. Все лето напролет на проходит. Ладно, направо, направо. Пойдем. Может, сейчас стало. Но никто не отменял фристайл. Песни могут закончиться, но фристайл закончиться не может по определению. Гитару у тебя возьму на часа два, и ничего с ней не станет вообще. Но в общем в этом положении вещей я не заметил, как кто-то, блядь, порвал струну. От этого, бля, мне делается как-то грустно. Но завтра я к ней приду, бабок я где-то на это себе найду, и куплю струну, и все будет заебись. У нас сыр и все. У нас, возможно, даже дети будут когда-то. Но пока что струну надо, надо починить, ребята. Починить, ребят, вот. А еще была тематика про пант. Мы сегодня зачитали про это, будто это был волшебный такой. Сидел у костра. Это случилось после того, когда порвалась струна. И девочка напротив меня дала ее мне, бля. Вот. После этого на душе стало как-то светло. На душе стало как-то резко тепло. И даже вот эти огоньки вдруг в глазах отражались, как и костры в песне Виктора Цоя нах. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там и кухня, чайник, и это очень круто и весьма замечательно для всех тех, кто любит чай больше, чем морпех свой кортик или мех на своих плечах. Алалах, алалах, сегодня там чувак, бах, 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 за словом у него там был еще какой-то мат, я не точно не помню. Это было охуенно, всем, с кем будет радостно, ой, радно, это Укутин или Ахунус. На здоровье. Вот, и там было много всего, но закончилось все одним или по одному, или одно. Не нужно придумывать новое петло. Они думают, что это откуда? Поставь струну сейчас, слышишь? А, сейчас вспомню.